торопишься, как всегда. Ну что, мы смелые? Остаемся? Завтра. Вещи завезем. Новая жизнь уже началась. С ума сошел. Не хочешь? Хочу. Стреляй! Скамейка влюбленных. Сядьте на эту скамейку, и ваша любовь будет вечной. Изготовлено при поддержке фонда «Надежда Риэлти». И мы на ней сидим. Что у тебя сердце-то? Где-то скамейка была раньше. Так никого нет. Мы тут первые. Оп. Ну, Витя. Что это? Последняя модель. Лодка-кровать. Витя, ты дикий. Ты же сам потом будешь злиться, что с твоей бесценной лодкой что-то не так. Проткнули, продырявили. Ничего с ней не случится. Она вечна. Все-таки о лодке думаешь? Теперь по-другому. Все по-другому. Угу. Здесь все будет по-другому. Не дом новый, а мы новые. Я тебя люблю, жена. А вот и сам едет. Слышишь? Даже церковь себе построили. Увидел нас? Он таких, как мы, не замечает. Да какая разница? Он что, тоже здесь живет? Мне нравится твоя тоже. Это не увольнение, Николай. Это освежение. О какой команде вы говорите? Я вижу понимание со стороны коллектива. Молчание – это понимание. Итак, аплодисменты Николаю Кузакову. Прощальные.
ты не заводишь. Спасибо. Старик, мы с тобой. Держись. Да ничего, ничего, держись. И ура! Наш новый менеджер. Вы его, вероятно, знаете, кто сталкивался с епархиальным сайтом. Последний месяц Вадим Андреевич вел там руководящую работу, ну, а теперь будет руководить нашим сайтом. Вадим Андреевич Кушак. Мой муж. Где же эти малахольные? Ведь ты пишешь ничего особенного. Все неправда, обычное совещание, просто не приду. Да где же эта трансляция, это косорукие? Все, грузимся, одни нервы. Давай помогу. У тебя там что, кирпичи, что ли? Ну что, теперь ребенка. Дом, дерево, ребенок. Ребенка, какую чушь ты. А ты какого черта не помогаешь, а? Эти коробки легкие. А он тяжелый, завтра отвезет. Ну правильно, отдохни, отдохни. Извинь, долго будешь. Давай сядь. Посидим как положено. О, мой он пишет, это ад, полный ад. Сядь. Какой палач? Какой убогий палач? Так, ребята, прекратите, вы не понимаете, что они убивают самое лучшее, что было на портале? У нас сложился коллектив, мы не краеведы какие-то, мы уникальные авторы, а они затыкают рот. Вот. Да? Ну да, рекламное приложение по указке. Зачем тогда мы? Ну, мы уйдем, это бред. Какой нельзя, смысл? Вот меня, лично меня это торжество убивает, да. Потому что вы сейчас все набросились на нашего, как вас? На Вадима Андреевича, да, и мы становимся сейчас неправы. Хорошо, хорошо, объясни мне тогда одну простую вещь. Как вообще может существовать портал «Социальные проекты», если мы все здесь не можем писать ни про коррупцию, ни про защиту окружающей среды, а? Ну, я вообще не очень понимаю тех людей, которые пишут, потому что являюсь человеком, в общем-то, техническим, но про совесть я думаю, да, и думаю о ней уже лет 6. С тех пор, как женился. Нет, с тех пор, как мы здесь трудимся. Да, и совпадение случаев... Ты всем мешаешь и всех сбиваешь. Мы здесь, чтобы получить ответы на принципиальные вопросы от него, а ты влез. Хорошо, а чем мы тут занимаемся? Социальными проектами, малыми делами? Здесь у нас про губернатора, а здесь у нас курилка, здесь у нас реклама, а здесь про сносы. Это совесть у нас. И целая гора того, что я никогда не читал и читать не буду. О чем ты жалеешь? Так, подожди, нас здесь всех не в чем упрекнуть. Нет, есть. Есть в том, что вы все тратите лучшие годы своей жизни и свои таланты на приложение к рекламе девелопера. Хорошо, ладно, я согласен. Мы здесь все рабы, но нашим хозяевам-то хуже. Представь себе, что мы сейчас все встанем и уйдем. Что здесь останется? Епархиальный сайт 2.0? Да, да, потому что если ты про совесть... Ребята, если кому-то важна совесть, то спасайте совесть отсюда. Вот от этой нашей общей работы. Это не про совесть. То, что мы здесь делаем, это по большому счету бессовестно. Представьте, что плитку из драгоценной смальты присобачили к кафелю, и она отвалилась. И никто не заметил. Так вот, не суйте свою совесть на щит. Спрячьте ее, поплачьте над ней. Это будет лучше, чем она отвалится, вы не заметите. А про плитку ты не случайно упомянул. Нет, это случайное сравнение. Потому что у тебя квартира. Какая квартира? Это сертификаты. Это не имеет никакого значения. Я про квартиру подробнее. Да, квартира нас интересует. Да, что за квартира? Это доплачивать надо что-то? Да, Свет, половину. А вторую половину дает банк «Надежда Финанс». С этим банком связываться? Под серьезные проценты, только конечно. Только сумасшедший может. Да, да, это
Это программа наших сертификатов от девелопера. Ну, для сотрудников. Ну хорошо, пацаны, мы высказали наши эмоции. Я тоже поорал. Все. Да уберите эту шарманку. Давайте теперь реальную, позитивную какую-то программу. Я настроен сотрудничать с Вадимом Андреевичем. Я первый это говорю, но я же понимаю, что я обычный, один из массы. По себе чувствую, масса успокаивается. Я тоже айтишник. И поверьте, мне не безразлично, что я обслуживаю. Кровавый жупел или, так сказать, луч добра. Так вот, давайте попытаемся в этом кровавом жупеле увидеть. Ну, вы понимаете? Ну, в сущности, мы же ничего не знаем. Это их жизнь. Ой, голову им не переделаешь. Это работа. А что, раньше она лучше была? Остановись. Чё, мрачная такая? Тошнит, да? Тошнит? Хватит дразниться. Я с домом прощаюсь. И мне грустно. Да чё ты переживаешь, а? Мы даже не знаем, что там было. Мы поздно включили, было плохо слышно. Да-да, все как Витя писал. Обычное совещание, ничего особенного. Одно понятно, что вы с Толиком скоро будете нашими соседями там, в Пуще. С моим охламоном вряд ли. Или нет? На. Будущее за нами! Ты еще можешь уйти, что-то. Удивительно, вот это твое качество делает вид, что все нормально. Отпусти, я сказал. Ты чего, я тебя не повезу. Извини, навигатор сбился. Тебе же на правый берег, а мне на левый. Достройка правого берега – это залог будущего детей. Учиться ли без денег? Только вина. Ты что-то от меня скрываешь, Зилов? Ты сказал, вся работа будет. Будет, будет. Ну все, да, мы теперь уроды. В другую жизнь пролезли. К нам что, на Новоселье даже никто не придет? Да не, придут. Всем же интересно посмотреть, как мы живем, что у нас там золотое, что бриллиантовое. Диму не зови. Почему? Он мой друг, позову. Он страшный. Ну, тогда ему вот такой шмурде! С ума сошел! Когда же, наконец-то, допишешь этот грант и уедешь своему Валере в Гидельберг? Отстаньте от меня с этим Валерой. Ты сказал ему, что у тебя муж охотник? Че ты опять про охоту? Ты про нее вспоминаешь, когда что-то плохое. У нас же все хорошо. Я, meine Frau, alles ist gut. Зилов, почему ты такой хороший вдруг? Это навсегда или... Ну, ты как думаешь? Ну, я-то думаю, или. А я думаю, где бы взять такси-то? Наконец-то.
через час. Хорошо, что приехали. Обед это святое. Мы тут всей командой. Дни рождения, именины, крестины, квартальные премии отмечаем. У нас там внизу на реке просто филиал Надежды Медиа. Все лето там заседаем. Ну, сейчас-то не лето, а симпатичное местечко. Почти как наш с вами Кущи. Вы, кстати, переехали? В том все дело. Завтра новоселье. Окажите, так сказать, честь, приходите. Ну, это как-то... Я все-таки ваш начальник. А вы запросто по-соседски. Я без жены. Она в отъезде. Туалет. Вот здесь. А здесь где-то руки помыть. А, в салоне на крыше, видите, там. А, вас проводить? Не надо, я сам пойду. Ты, главное, Толь, не перебарщивай. Ирочка! Оля. Оль, а где босс? Внизу. Угу. Закажи пару бутылок вина. Он уйдет, ты что, он не будет пить днем? Ну, конечно, он глушит водку по ночам. Ты прав, Толяша. Витя, если он не впишет меня на сертификаты, это будет из-за тебя. Тебе, конечно, наплевать. Ты уже целый месяц как в хоромах проживаешь. Дима! Здорово. Здорово. Вот из ремонта никак не вылезет. Ну, а что ждать-то? Поплывем завтра. Скажу на работе, что уволился по принципиальным соображениям. Лодка у меня новая. Стаи летят. Поехали. Терпи. Эти пролетят, наши прилетят. Лодку не пересуши. Подкачайся. Смотри, чтоб Кохоти был в форме. Дим, а приходи к нам завтра с Галкой на новоселье. Новую жизнь начинаем. Поселок Куще, Озерная 5, квартира 62. Куще? Это что, по телеку? Угу. Сертификатная программа Надежды Риэлти. Заслужил высокими моральными принципами. Ну, это ты можешь. Угу. Приходи, субботу вечер побухаем. Пусть дом вздрогнет. Тебя жду больше всех. Не, Вить, не могу. Вечером свадьбу работаю до ночи. Ну, старик, у меня моральные принципы могут быть свои или нет? Откатают свадьбу без тебя. А если зарплату чуть поднять, многие могут вернуться. А я не хочу, чтобы они возвращались. Предатели. Что ты здесь делаешь? Я на банкете с друзьями. Ты почему меня забыл? Веришь? Я ж тебе не Алик. У меня теперь новая жизнь. У меня роман с собственной женой. Я насосал на квартиру в Кущах. А у тебя банкет? Да. Позови меня в гости. Приходи вчера. А там нельзя курить. Виктор, это ваша подруга? Ну, я не буду вам мешать. Да нет, ну что вы, это моя одноклассница. Старая одноклассница. Вы хорошо сохранились. Здоровый образ жизни. Она спортсменка, мастер спорта. Спорт? Спорт – это очень почетное и здоровое дело. Да, точно. Танцы с шестом. На шесте. У шеста. А, это спорт? Ну, конечно, это одна из дисциплин. Легкая атлетика. Я подумал о вашем приглашении, Виктор. К сожалению, отказываюсь.
На работе сейчас такие неприятные сцены. Елена Игоревна, это моя жена, она в отъезде. Настроение какое-то не такое. Мне как-то неловко к вам идти. У тебя что, праздник, Виктор? Наверное, отменю. Нет, вино нет. Вам? У меня тогда тоже нет. Приятного аппетита. Какой вы хороший муж, Алик. Я не Алик. У Вадима Андреевича жена в Крыму, и он грустит. Не грустите. В Крыму классно. Вы все равно Алик. Я Вадим Андреевич. Вы такой хороший муж, такой хороший человек. Как вас угораздило познакомиться с этими хулиганами? Видите ли, мы вместе работаем. И я, можно сказать, их начальник. И у нас общие взгляды на этику. Я вас буду звать Алик. Ты такой хороший. Я здесь только из-за тебя. Такое вкусное вино у вас здесь. Вадим Андреевич, ну отдел писем я сам потяну. Я даже название новое нашел. Отвечаем на любой вопрос. Сам будешь отвечать без журналистов? Давайте не будем об этом. Верочке скучно. Скажите, а вы действительно? Да ну что вы. Это Виктор шутит, как всегда. Я бухгалтер. Здесь замечательно. Может быть, мы с вами в субботу здесь потанцуем? В субботу? Да. Меня же никто не приглашал на новоселье. Вас приглашали, а я же старая одноклассница. Если вы к этому хмурику не пойдете, то, может быть, мы с вами прямо тут позажигаем? Ну, почему не приглашал? Приглашал. Ты же придешь с Вадимом Андреевичем. Алик, а я так не хотела идти. Но мне с вами так интересно. Добро. Я приду. Приду. Скажите, Алик это от алкоголика? Я не... Есть одна гипотеза, что Алик это тот тип, который много-много лет назад лишил ее невинности. Дурак! Алик это мой кот. Зачем ты позвал начальника? Начальника нельзя, Диму нельзя, девушек нельзя, а Кузакова можно. Не вижу логики. Кузаков друг. Вы с ним сколько лет вместе? Галь, стоп, это мы куда-то не туда попали. Это все осталось в прошлом. Ты хочешь новую жизнь? Надо было тебе выйти замуж за Валеру. Я уже пишу заключение. Кончилось веселье? Это не веселье, это математика. Это шифровочки про любовь. Это сколько у них плазмодиев мутировало в Гейдельберге? Где здесь про любовь? Ну, так вот же. Стой. Валера плюс Галина равно любовь. Будешь себя плохо вести, я именно так и расшифрую. Да я сам расшифрую. Залезу к тебе как-нибудь в компьютер. Еще чего? И расшифрую твоего Валеру так, что его инфаркт хватит. Ты шутишь, когда у тебя что-то плохо. А ты заметила, что я еще ни разу здесь на тебя не орал? Ты боишься, здесь гулко? Зато здесь нет соседей! Я просто не хочу на тебя орать. А я хочу на тебя орать. А я не хочу на тебя а орать. Я а я не хочу, орать. Не ори на меня! Как пойти?
Ты разорил мои кущи. Унес волшебную скамейку. Ну, а как я к вам без подарков? Все будет по-новому. Мы так решили. Ну, не сразу, конечно. Ой, роскошная квартира. Так, ну что, открываем? Ага, а зеркало-то ваше? Доля? Да. У зеркала и Витин сейф для ружья. Будьте добры. Да. Так, Толя, ты без меня в кадр, усунься. Ну что, друзья, вздрогнем? Да-да. Так, ну-ка, стоп. Стоп, Вадим Андреевич, Толь, ну опять. Николай. Вадим Андреевич, ну, есть же какие-то традиции, как на новоселье положено. Вы же знаете, у нас ни у кого здесь никогда новоселья не было. Друзья, когда-то раньше новоселье было событием. Конечно. Ублажали домовых, соблюдали суеверия. Но я хочу сказать вам, я пью за любовь. Ой, как это правильно. Пусть любовь поселится в этом доме. И давайте почаще навещать этот дом, чтобы наполнять его своей энергией любви. Не снимайте меня. Извините, Вадим Андреевич. Значит, за любовь. Я очень скромен. Угу. Сотру. Очень вкусно. Очень все вкусно. Посмотри, мой уминает как. Ну, что там? Галь? Кто это? Галь? Ешьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Благополучие вашему дому. Это же важно. А вот кто будет хранить ваши денежки. Ой, какая прелесть. Я назвала ее... Алик! Но она же в платье. Я назвала ее Вера, если вы не возражаете. Спасибо. Вот что значит бухгалтер. Виктор, а это вам от меня. Шикарно! А внутри? Что внутри? Вы сами догадаетесь. Баксы. 1200. Ну, нет, увы. Как вы догадались? Вадим Андреевич! Вадим Андреевич, браво! Браво! Не стоит. Вадим Андреевич! Пирог. Да. Я сама пекла. Давай, скорее. Вадим Андреевич, пирог обязательно. Выглядит очень аппетитно. Можно мне кусочек? Я дарю Вите. Так интересно кино. Мы дарим Вите то, что он больше всего любит. Все вы знаете, что он больше всего любит. Друзей. Спасибо. Работу. Нет, ну зачем вы так? Виктор Геннадьевич по-хорошему скромный и очень принципиальный человек. И совестливый. Я думал, вы со мной не разговариваете. А я думаю, что Витя больше всего на свете любит девушек. Давайте подарим ему девушку. Мне хватит. Охоту! Угодил? Сразил. Наповал. Забыли. Так вот, пускай. Вадим Андреевич. Да. Прости, только раз в году. Все, кто так живет, хватит. Ты собрался? Ну, чуть-чуть. Да это снежный человек. Толя, это супер. Ну что? Это супер. Спасибо тебе огромное. С тебя утка. Дикая утка. Он пустой приезжает. Галь, а утка? Еще рано, горячая. Всегда пустой. Куда торопимся-то? Я уж думала, куда он в самом деле, но нет. Так, почему никто не ест пирог? Нет, вроде бы ездит, только ничего не привозит. Теперь точно убью. Виктор, вы... Роскошная квартира. Высоконравственный человек. Охота для вас – эстетическое удовольствие. Вы цените в охоте встречу с природой. Охота для вас не убийство, но красота. Потолки 2,80. Верочка, я очень ценю красоту. Вы Алик. Верочка. Я Коля. Вадим Андреевич, научите Толю. Я готова на все ради кущи. Да, Алик? Верочка, вы меня зовете? Нет, Алик. Ну, знаете что? А что, собственно? Не ссорьтесь, Алики. Увидите новоселье, давайте внесем энергию добра в этот дом.
за хозяйку. Да, за хозяйку. За хозяйку. За хозяйку. За хозяйку. За хозяйку. Ура! Мое здоровье. Снимите хламиду. Ничто. Какой-то чудо-дом, Вадим Андреевич. Да это просто рай. А Вадим Андреевич прям ангел в раю. Виктор, костюм вам очень идет. Но на работу вам лучше в нем не приходить. Только посредством. Вер, садитесь, мы вас подбросим. Верочка. Пойдем. Ну что, как? Ну, может, человек хочет прогуляться. Езжайте уже. Ну все, Вить, спасибо, было чудесно. Вадим пока. Андреевич, счастливо, пока. Вадим Андреевич. Да садись уже. А вы хулиган. Скамейка влюбленный. Она чудесна. Все для вас, Вадим Андреевич. Мы решили посмотреть окрестности. Часовня ночью. Позвольте подняться к вам в квартиру. Мне надо помыть руки, я немного волнуюсь. Так Галя наверху. Меня так стучит сердце. Ты мне скажи, и я с ним пойду. Отпусти, а? Ну, делай, что хочешь. При чем тут я? Потому что я пришла, потому что ты сказал, чтобы я с ним, пришла. Ты мне скажи, Вера, ты мне нужна, и я с ним пойду. Вер, ну, мы с Галей как будто только родились. У нас все хорошо. Я больше не Алик. Спасибо! Спасибо. Я просто говорю, как ему повезло с женой. Спасибо. Пока-пока. Хорошая у тебя жена. Жалко ее. Смешная она. Обхохочешься. Петя! Виктор, можно попросить вас помочь? Я в одном шаге от непоправимого. Вера. Вера, она. Она такая. Такая тонкая. Она так хочет меня. Я это чувствую. Это же не потому, что я топ-менеджер. Нет, нет, для нее вы просто Алик. Мы с ней на ты. Мы близки друг к другу. Я стал другим. Я Алик. Дайте-ка мне телефон этого Кузакова. Да не звоните, он сегодня не будет брать трубку. Ушли, слава богу. Сейчас приедет Дима, пойдем. Витя, я тебе хотела сказать. Ой, как мне плохо. Ты завтра не пойдешь на работу. Витя. Дима. Витя, давай. Пошла. Да, Господи. Снимай-ка это. Не скажи Диме, что я... Снимай. Я собрался.
будет ребенок. Ты проснешься, я тебе об этом скажу. Витя! Витя! Привет! Витя, ты меня слышишь? 100 лет тебя не видел. Ты какой-то удивленный. Пап, ты как понял, что я в сети? Я почувствовал. Ты же приедешь ко мне. Я так скучаю. Мне же мало осталось. Ты же мужчина, все понимаешь. Время быстро летит. Жизнь короткая. Пап, я на работе. Витя, приедь! Пап, я не могу. У нас половина больных, половина уволилась. Вот вдвоем-то остались. Поговори с отцом. Кто у тебя там в саде такой рыбой? Толя. Пап, ты пропадаешь. Пап. Как снести скайп, а? Никак. Он корпоративный. А ты заблокируй его. Отца? Да. Скучает. Вот будут у тебя дети. Папа любит умирать. И обижается, когда приезжаешь меньше, чем на неделю, а там мачеха. Да и денег сейчас нет. Все в квартире. Витя, если мы не сделаем юбилейный номер, тебе все равно, а я труп. У меня дома только кущи, кущи, кущи. Смотри, что нашел. Больные дети на празднике в Черногории. По ним не видно. Слепые дети. Это очень трогательно. Витя, мы должны поехать, собрать детей-инвалидов, повесить плакат, провести праздник, сделать презентацию. Кушак нас убьет, он все узнает. Откуда он узнает? Никто правды не напишет, в области уже некому. Витя, нас не просто уволят, нас с тобой посадят. Ладно, я на качество не претендую, а у тебя получится. Ну что с тобой, чем я тебя обидел? Я тебе самый лучший подарок подарил. Самый лучший. Когда же я уже вас, сук, видеть не буду, уеду к себе в болото. Дай рубль. Орел, едем. Решка, фотошоп. Орел. Почему Надежда? А вот на кого Надежда? На что Надежда? Поначалу хотели Надежды России, но не дали. Ну, понятно. А если банкротство? Надежда России обанкротилась. Академик Кузаков, членкор Саяпин. Как у вас дела в Чижеле, Ежи? Отлично, говорит. У нас полный восторг. Ты все знаешь. Скажи, Надежда это в каком смысле? Меня тошнит от мысли на фоне их недвижимости снимать больных детей. Охренеть! Это сплетни ли точно? Ну все, давай, не пропадай. Короче, Надежда, так зовут его жену. Притом она родная сестра бывшего губера, но это секретная информация, понял? Вот это мы и тиснем в юбилейный номер вместо больных детей. Бомба! Сенсация. Идиот. Я не понимаю, почему из-за его юбилея мы должны мучить больных детей. Давай так. Орел, фотошопим, Решка едем. Сейчас кушек выйдет, едем. Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь? Мне нужно в социальные проекты к Макару. Оказывается, нужен пропуск. Простите. К сожалению. Так я Макар. Вы Макар? Нет, вы не тот. Ну, простите, я просто ехала с Советского на дизеле. Обещала быть у Чехова в среду в 2. А Чехова этого я не нашла, я не знаю, где он. И телефон, который он мне дал, там почему-то не хватает 2 цифрок. Разрешите, сейчас я... Витя, я пошел на вокзал. Ирина. 19 лет. Зачем вам Макар? Витя! Я должен разобраться? Нет, понимаете, я просто ехала с каникул с Макаром. Мы вместе ехали на дизеле. И он обещал мне показать старину, потому что у нас совсем нет старины, да. Понимаете, у него есть статьи про охрану памятников. Я на вашем сайте посмотрела. Можно я к нему проеду? Вить, поехали снимать? Я уже снимаю.
Девушка, вам повезло, что вы подошли именно к нам, потому что сейчас я пойду на обед, и этот Макар там всегда. Девушка, он шутит. Девушка, у нас все уволились, кроме нас двоих. И никакой Макар сюда больше не приходит. И памятник Чехова я что-то не помню. Извините, памятник, пожалуйста. Где-то простите. Девушка, стойте! Стойте, девушка, я... Мы найдем Макара, если только вам нужен Макар. Витя! Вы же должны быть в Черногае. Вадим Андреевич, занимаемся юбилеем. Уже завтра все будет готово. А почему вы здесь? Как вы вообще, как вы смеете быть здесь? Извините, это я их отвлекла. Стой! Вадим Андреевич, ну по работе. Провожу активистку и вернусь. Все. Орел. Орел, это я. Очень доволен мной, Виктор. Вам вопросов пока меньше. Я обещаю, мы все сделаем. Вот уже камера. Слепые дети. Будет зашибись. А почему слепые? Это... Юбилей нашего инвестора. Градус милосердия должен быть очень высоким. Я хочу, не знаю, с колясками. Надо, чтобы просто каждый пиксель ваших снимков кричал. Надежда Риэлти работает на благо области, на благо страны. Будет кричать. Чтобы резонанс ниши, чтобы инфоповод во все концы и фотографии в Интерфакс. Вы обленились при прошлом либеральничине. Я не потерплю. Советский также? Да не советск, советское. Замерзло. Пойдем. Гений! Слепые. Отлично. Совершенно слепые дети. Да, моя красавица. Вот гад. Что? Ребенок? Не успел познакомиться, уже ребенок. Идиот, это Галя. Повтори, я хочу еще раз это услышать. Да нет, ну как не рад? Подожди, я счастлив! Я окрылен. Ну что значит сбежал? Я просто не хотел тебя будить. Галечка, ну вот. Скоро буду, да. Нет, сейчас не буду. Ну, у нас тут аврал, все уволились, мы тут что ли пластаемся вдвоем. Да. Ну, Галь, ну он же не сейчас родится. Да, вечером приду, поцелую тебя в животик. Пока-пока-пока-пока. Решка. Ты сказал орел. Ну, я перепутал. Ну, ты уже никуда не собираешься, я вижу. Ты куда? Я в кафе. Зачем эта девочка тебе? Ну, неудобно, надо расплатиться и... Незачем. Да, и не забудь там больше слов про надежды, счастье, пиндюрь. Сколько они там, спасибо. Сколько они там летят, ты себе представь. Но прилетают в наш город. Да, для них это как пятнышко на скатерти. А потом сядут там за плавными. А оказалось, бах, последний раз. Место смерти. Ты пишешь пароход? Я ничего не пишу. Это Макар пишет. Стоять! Молодой человек! Стоять! Давай! Девушка, не отворачивайтесь!
Молодежная редакция «Сейчас ТВ». В этом уютном кафе в старом квартале Правого берега прямо на ваших глазах, дорогие зрители, продаются спиртные напитки несовершеннолетним. Девушка, не надо прятать лицо. И где же этот Советский? Вчера было то же самое. Советское. Советский район. Слезы не помогут. Давно ли вы нарушаете закон? Есть скрытая запись за вчера. Это не в моей смене. Вы продаете спиртное. Ну, у нас лицензия. Смотрите в камеру. Вот из-за таких, как ты, в нашем Девушка. Городе спиваются подростки. Из-за таких, как ты, растет молодежная преступность. Всмотритесь в ее лицо. Теперь она, конечно, заливается слезами. Не верьте этим слезам. Да отстань, да отстань, да от меня! Не было меня вчера вообще здесь! Я через день работаю! Сейчас сюда Может, приходит пойдем? Патруль Пожалуйста. Полиции. Попробую расплатиться. А почему вы пришли именно сюда, в кафе Тет-а-Тет, а не в ночной бар Сохо, например? Твое преступление — лишь малое звено в огромной цепи. Это мой однокурсник. Кто? Ведущий в футболке. А ты почему не в футболке? Учусь не очень. Второй, кстати, тоже, который с бутылкой убежал. А я сразу не понял. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Селлинджер. Над пропастью. Читала? Читала. Люблю. Мерзавцы они. Твои однокурсники. А вам домой не надо? Нет, мне никуда не надо. Ну, я, конечно, не такой знаток старины, как Макар, но... А монастырь, куда все писатели к старцу ездили, я забыла, как называется. Пустынь? Да-да. Километров 60 отсюда. Ну, далеко. Тогда в другой раз. Или Нет, подожди, почему в другой раз? Сейчас и рванем, как велел Макар. Какие наши годы? Алло. Да. Отец Анатолий. Здравствуйте, батюшка. Это ваш прихожанин Зилов. Да, здравствуйте. Вы знаете, какое у меня к вам дело? Слушай, Саяпин, я не приду, дерзай сам. Добрейшей души этот отец Анатолий. Все нас ждут. Ну что, рванули на автобус? Ласточка моя, животик мой, ну не обижайся, ездил черногай, кушак повесил юбилей. Все помню, у нас будет малыш. Забудь. Не будет? Показалось? Не переживай, будет у нас еще ребенок. Есть хочешь? Сам все съем. У нас тут, конечно, пустыня. Кефир не купишь. Только водка да печенье для строителей. А так, чтобы человеку покормиться, это чеши на другой берег. Тебя видели в городе. Кто меня мог видеть? А если кто и говорит, никому не верь. Это враги. Ну, это я могу объяснить. Все наши старые соседки звонили. И университетские, у тебя успех. Лель, ну посмотри на нее. Что у меня с ней может быть? У меня с ней ничего не может быть. Меня это не интересует. Ты очумела? Я тебе клянусь. Меня это не интересует. Шесть лет прошло, а я все помню. Что ты мне там говоришь, помнишь? Да, я тебе говорю, что я тебя люблю, я тебе это и сейчас могу сказать. Нет, ты мне говоришь другое. Забыл? Галя, одно и то же, одно и то же. И уже никуда от этого не уехать. Ты не спросил про ребенка. Я спросил, ты сказал, что его нет.
Правда, нет. А раньше он был. Никто из нас врет. А раньше был. А я? Руки убери. Убери руки, я не хочу тебя видеть. А меня ты спросила, сволочь? Алло. Да, дружочек, да. Не мог говорить. Да-да, сейчас занят. У меня совещание. Давай, я тебя попозже наберу. Алло! Да, Дим, ну что, я тебя поздравляю, мы просрали всю охоту. Да! Зима на носу, Дима! Какой юг? Как называется озеро? Сколько километров? Ну хорошо, я посмотрю. Я готов хоть сейчас. Надежда Медиа, здравствуйте. Привет. Он у нас уже не работает. Ну что, объяснительную? Они не лишат меня охоты. Ты не отделаешься, объяснительный. Не лишат, и все. Кушак злой, как собака. Он сказал, что ты ввел его в гнев. И вообще, что ты сатана, а он Иов. И что ты пытаешься лишить его места, но он не предаст Бога. Мне все равно, мне плевать на их объяснительные. Сколько сообщений. Я через неделю на охоте уже. А я, что накрылись кущей, да? Что мне дома теперь объяснить? Толя, на свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно завидная мерещится мне доля, давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю. Ты свихнешься в своих кущах вместе со своей Валерией на пару... Галь, я не про отношения, я... У тебя есть деньги? Папу? Папа умер. Галь, я урод, я должен был... Я не хотел к нему ехать, я вчера пропустил скайп, они в 6 звонили. Да, но надо лететь завтра, я посмотрел, у меня на карте... Купишь? Да, завтра похороны.
Ты спасибо. Спасибо, ты единственный человек на Земле. Вить, ну я соболезную. Вить, ну ты все равно же его не любил. Я тебя убью сейчас. Я тебя поддержать. И потом, Кушек, теперь, может, тебя не накажет, раз у тебя такое горе. Я ему скажу тогда, раз у тебя такая суперотмазка, ведь что это все ты? Я могу зачитать. Извините. Да, Галь, плохо. Да, очень плохо. Ну, Галь, ну, конечно, я понимаю, что все к лучшему, да. Уволят сегодня, и все. Через час. Ну, Галь, ну, какое белье? Нет, не надо никакого белья. Да, спасибо. За все спасибо. Галь, ну, что объяснять? Ну, ты знаешь, за что спасибо. В пинг-понг играют. Они чокнулись. Галя. Кто? Они пьют и чокнулись, значит, все окей. Вы меня подставили. Так приняли или не приняли? В чем проблема? Вы меня духовно убили. Вадим Андреевич показал, что ваша презентация фотошоп. Ну, это была моя идея, свежая, эргономичная. Поняли, что фотошоп и приняли? Фотошоп! Куда я попал? Вы что с ним делаете? Ну, а? Не мы вас назначали. Я был хорошим, когда пришел сюда. Насколько я помню, мне единственному так показалось. Я оступаюсь с вами раз в два дня. Я стал бояться исповеди впервые со времен воцерковления. Я уволюсь. Женя, ну что ты делаешь? Прекратите. Ты что, спортзал? Ну-ка, немедленно выйди отсюда. Здесь же люди работают. А вот тот самый наш, Виктор Геннадьевич. Земля пухом вашему батюшке. Мы знаем о вашей утрате. Спасибо, что не потрели нас. Очень достойная продукция. А это мы сделали. Как вам наши райские кущи? Спасибо. За все спасибо. Спасибо. Спасибо вам за ваше замечание. Вы хотели в отпуск? Вам нельзя сейчас уезжать. Ну, у меня умер папа. Беда. Надо, Виктор, надо. Портал только на вас и держится.
И, кстати, у вас ведь кущи. Мы вам, вы нам. Так жизнь устроена. Ведь... Ты имеешь ко мне какое-то отношение? Галя, ты мне помогла. Зачем сейчас все портить? Он правда умер? Почему ты мне не веришь? Потому что слезы. Я билет купила. Сдай. Твой сдала, я себе купила. Отлично. А что так вдруг? Хочешь знать? Как скажешь. Я сняла тебе деньги. Спасибо. Нет. Я на похороны снимала. Галь, это ужасно. Стойте! Подождите! Подождите! Витя! Ты чего? Ты не рад меня видеть? Дружочки, я рад. У меня папа умер. Витечка. Какой кошмар. Боже мой. Что же я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Папа. Возьми деньги. Да не, не надо. Зачем? Купи билет и лети к отцу. Я прошу тебя. Остановите, пожалуйста. Не могу. Мост. Ты когда улетаешь? Вернешься через неделю? Когда он уже закончится, остановите, пожалуйста. Ну остановите, уже все кончился. Следующий поем. Они так смотрели. А кто это была такая маленькая? Это моя жена. Я думала, хочу плакать, твой папа умер, а я не плачу. А сейчас мне так грустно.
А я не грустная. Ну, значит, ты веселый человек. Крепкий, не нытик. Я плохая? Ты очень хорошая. Просто я тебя люблю. И мне все равно. Мне даже страшно, что мне все равно. Ты знаешь, будет ужасно, если ты не уедешь из-за меня. Ты не бойся. Ты тут совсем ни при чем. А новые лидеры выдвинулись в коллективе. От кадрового балласта удалось избавиться. И я думаю, что нынешний уровень доверия совета директоров к вектору портала достаточно высок, чтобы логически продолжить наш путь. Вадим Андреевич помог нам в самый трудный момент перемены формата тематической реструктуризации. От имени инвестора я приветствую молодые голоса из студенческой поросли, которым мы теперь дадим возможность прозвучать. Виктор Геннадьевич станет новым менеджером этой молодой команды, которую я здесь приветствую. Ну что, давайте знакомиться. Виктор Геннадьевич, вы позволите мне сказать несколько слов? Я всего-навсего простой айтишник. Но поверьте, мне не все равно, что я обслуживаю. Ведь в нашем деле, что самое главное? Совесть. Толя, пусть прозвучат молодые голоса. Вот, например, вы. Как вас зовут? Николаев Николай. Николаевич. Точно. А вы? Тюлькин Коля. Коля. Вот что хотел вас спросить, Коли. Насчет совести хотел спросить. Ведь та подстава в кафе «Тет-а-тет», эту девочку ведь рыжую за вас уволили? При чем тут совесть? Это редакционное задание. А, это задание. Ну, а если бы вам предложили подбросить там пистолет или наркотики? А я в Черногае живу. И не было там никакого праздника. Да и про детей-инвалидов я что-то не слышал. Услышал? Летучка окончена. Приступайте к работе. $250. И бутер сырой. Два. Ну что, не уволили тебя? Руки короткие. А вы что такой кислый? Вас уволили? Повысили. К сожалению. Что ж грустить-то? Алло, здравствуйте, я хотел бы поговорить с Рожковой Ириной Николаевной. Здравствуйте, вас беспокоят с молодежного канала «Сейчас ТВ». Мы рассматриваем кандидатуры со второго курса на предмет трудоустройства. Да, вы нас очень заинтересовали. Хотелось бы дать возможность прозвучать молодым голосам из студенческой поросли. Но, вы знаете, у нас к вам один вопрос. У вас какого цвета глаза? Синие? А серо-голубые? Это меняет дело. Хотя лично мне вы, конечно, подходите. Да, поверила? Нет, это я.
Эх, дружочек, с такими глазами ты завоюешь весь мир. Конечно, еще возьмут. Потому что чистые глаза очень. Да, это важно. Ир, а приезжай ко мне. Куща, Озерная, 5, квартира 62. Нет никого. Жду. Ура. У меня только 5 минут. О, шампанское. Что отмечаем? Свободу? Откроешь? Как скажешь. Давай. Я хотела тебе позвонить, но я лечу к Валере. Я знаю. Навсегда. Ты так шутишь? Но это не я уезжаю, это ты меня уезжаешь. Билет? Билет электронный. Паспорт. Слушай, все в такси. Ты никуда не поедешь. Витя. Ты, сука, ты лживая, сука, ты понимаешь? Ты мне врала, я шутил. Я кретин, а ты дерьмо. Послушай, не кричи, пожалуйста. Нет, это решено, ты никуда не поедешь. Послушай, ты никуда не... Я тебя убью. Я ему нужна. Ты никуда не... А мне? А тебе нет. Для чего ты ему нужна? Для чего? Для Нобелевской его. Для чего ты? Ты ему сама не нужна. Как баба не нужна, понимаешь, идиотка? И он скучный. Ты мне сама говорила, Гейдельберг, дыра, Валера скучный. Все, ты там сдохнешь от скуки. Да, лет 80. А с тобой я сдохну завтра. Валерия. Витя, ну не сходи с ума, я на самолет опоздаю. Да лежу ты! Витя! Витя! Витя, дай ключ! Таксист! Таксист! Выйди из машины! Не надо, вот ты вызов! Подними вещи, 62-я квартира! Ладно, я сам. Галя! Ну, я же знаю, что ты здесь. Открой дверь. Открой дверь, я прошу тебя, мне никто не нужен. Мне никто не нужен, никакие женщины, никакие девушки. Мне... Я возьму тебя на охоту. Я никого, никогда тебя возьму. Охота это... Мы поедем вместе, ты меня слышишь? Ласточка моя, ну... Ты в самом деле так меня любишь. Как ты сейчас говорил, да? Откуда ты узнал, что это я? Ты знаешь мои шаги. Рабочих шутили, оставил ключи. Проходи, раздевайся. Я пойду пока скажу пару ласковых.
Видишь, как получилось? Лоскуты. Я пьяная. Тебя так долго не было. Я тебя люблю. Очень люблю. Очень. Ой, у меня никого никогда не было. Таких девушек уже не бывает. Только в советске. Ты никогда не запомнишь. В советском, любимый, в советском. А когда мы поедем на охоту? Ты здесь? А что, накрыли не так? Не, все так. Ждешь кого? Вот там она именина, банкет. Казах не охотник. Зря ведь я так напиваюсь до всех. Не по-людски это. Ну, ты выпей со мной, я перестану. Спрячь. А ты откуда взял, что казак не охотник? Я вот ни разу не машу. А ты хоть раз попал? Народная пословица. Ты теперь, Витя, оторвался от народа. А мне теперь сверху виднее. Ну, что ты маешься? Начинаешь новую жизнь. Новая девушка. Начальник. Ну, не поехал на охоту. Что ты себе мозги жахнешь, а? Да я еще поеду. И невесту возьму. Ах, уже невесту. Прости. Приехали. Нашему атаману многое лето! Многое лето, многое лето, много. Вить, если ты правда на охоту, назначь приказом меня своим заместителем. Назначаю тебя своим местоблюстителем. Это выше или ниже? Да помолчи ты. Друзья, друзья, достаточно. Я по праву старшего хочу сказать тост. Жизнь развела нас. Но за то короткое время, которое мы трудились вместе, короче... Виктор, я как-то прикипел к вам душой. Я вот не скрою, вы изменили мою жизнь, внесли в нее какой-то... Спасибо, что пригласили отметить ваше назначение в кругу... За охоту. Почему за охоту? За невесту не хочешь? Угу. Нам она очень нравится. Сегодня пьем только за охоту. Я понимаю. Для вас большая жертва отменить отпуск ради нового поприща, но все-таки я, как ваш учитель, некоторым образом, я желаю вам счастья на новом посту. Здравствуйте, Алики. Приветствую. Бусики, Алики пришли. Прошу прощения за опоздание. Я с невестой. Ничего своего. Вот это ход. Я с невестой пришел. Ну, не надо, я тебя прошу. Ну, а что он до такой степени повторяет это мое хо-хо? Хочешь что-то сказать, Николай? Я просто думаю, а с кем она только не невестилась? Вот Вадим Андреевич, например, да? Виктор. Да. Не обломился. Коль, ты что? Сядь сейчас же. Сядь. Бедра ты наша. Хамло. Мир. Алике. Тем более, правду же говорит. Да, Толь? Ч?
еще? Ты что, тоже, что ли? Я не знала, что ты у меня такой ходок, тихушник. Мы вместе в школе учились, ты что? Старая одноклассница. Идем? Сядь. Я в туалет. Тогда выпьем за охоту. Бывает, человек не выдержал успеха. Зачем ты позвал всех? Чтоб куражиться? Что ты начальник, что у тебя длинноногая девчонка? Да не ори ты на него, не видишь, он не в себе. Домой, Витя! Идите к черту. Я не поеду в эти сраные кучи, в эту козлиную квартиру. Я поеду на охоту. Виктор Геннадьевич, вы официальное лицо. Вы лицо Надежды Медиа. Я вас всех ненавижу. Боже мой, ну плохо человеку. Вы не видите, он не понимает, что говорит. Черт знает что. Я поеду на охоту. Сейчас приедет Дима, я поеду. А ты пошла. Пошла. О, Господи. Вырубился. Олечка, ты... Это он не тебе. Видишь, он не здесь. И на работу он в понедельник придет. Никуда не денется, не переживай. Где Дима? Сука, он даже вырубается вовремя. Ну, знаете, это уже переходит всякие границы. Угу. Ты куда? Подожди. Да пошли. Веру не видел? Была в банкетном, хлопнула водки и ушла. Мы тебе что-то должны? Сейчас. Вот деньги, все причем. Вы это, не уходите пока. Я такси вызвал. Поможете мне с выносом трупа. Как дерьмом был, так дерьмом помрешь. Хам, при Гале такого не было. Вадим Андреевич, давайте подвезу вас в Кущ. Спасибо, я машину вызвал. До свидания. Доброй ночи. Его лечить надо. А довезем силу? Чего? Заткнись. Чтобы он мне всю машину заблевал. Так, Дима, ж такси вызвал. Куда? Дверь закрой. Пошел к черту. Когда тебя не брошу. А это было? Да. Я так тебя люблю. Где я скажу? А. Петя. Фия. Ира. Это? Ты мне говоришь? Ира. Ты очень хороший, ты очень. Уходи больше, никогда не приходи. Поняла? Пока я тебя люблю, вали отсюда. Ты заговаривайся. Я все правильно сказал. Ты, я тебе счастье желаю, иди отсюда. Он зарапортовался. Уматывай. Я его люблю. Ну, не бойся, девочка, не бойся. Я его люблю, понимаете? Не бойся, все будет хорошо. Я его люблю. Не успокойся, все будет хорошо. Ну-ка иди отсюда, иди! Вали! Пошел отсюда, уматывай! Зря, старик. Не по-дружески. Ты халуй. Ты меня оскорбляешь. Я тебя не оскорбляю. Ты халуй.
Что это? Виктору Геннадьевичу от друзей. Ты что, сволочь? Так... Виктор Геннадьевич, это я живой. А я тут при чем? Внизу контейнер отнеси на помойку. Денег дашь? Они что, не заплатили? Да на водку дали, на закусок. Ты что мне дал? Тысячу. Да хрен там, а не тысячу. 50 рублей. Жив в таких хоромах, а человеку пожалел жлоб. Ты чё? Алло, Галя. Галь, ты меня слышишь? Галь, не молчи. Галь, скажи что-нибудь. Галь! Уйдите, суки. Кретин. Ты из-за работы? Или из-за венка? Витя, это шутка. Неудачная шутка. Но это не я придумал. Но я скидывался, так что прости. Пошли вон, козлы. Витя, придешь в понедельник, проведешь летучкой, все устаканится. Поверь, Витя. Вить, а что у тебя дверь открыта? О, я смотрю, ты все-таки собрался. Молоток. Нифига себе. Это попытка. Если б не мы, был бы труп. Ты чё, старик, из охоты, что ли? Так прямо сейчас поедем. Уйдите. Я доведу это дело до конца. Дима, что делать? Что, так и оставим? А что можно сделать? Валим отсюда! Валим! Валим! А теперь опусти ружье. Ты тоже? Что? Скидывался? Я при чем? Ваши дела. Я за лодкой. Бери. Что?
шикарно. Дом новый, а лифт не работает. Электричество есть. Так я возьму, да? Ну, ты же знал. Что, поедешь? Правильно. А как без охоты? Что, не выстроим. Вить, садись назад и поспи. К вечеру будем. А что вчера было? Надрался ты, вот что. До полусмерти. А врезал кто? Ты, что ли? Вить, слышь? Баллон травит. Шипит, слышишь? Воздух. Вить, у нас прокол похоже. Да не прокол. Да лишь скуба. Вить, мы тонем. И твой баллон травит, Вить. Все, кранты! Гниты!
острогу в камышах сховали. Это вы об нее.